На предприятиях легкой промышленности Башкортостана появится 600 новых рабочих мест, а объем отгруженной продукции увеличится почти в два раза. Итоги «Электпрома-2020» сегодня подвел министр промышленности и энергетики республики на оперативном совещании в правительстве. По словам Александра Шильдяева, в форуме приняли участие 800 человек, в их числе представители 238 предприятий. Организаторы провели два круглых стола, секцию моды и гала-показ коллекции башкирских дизайнеров и региональных производителей одежды. Глава Башкортостана Ради Хабиров представил комплексный план развития легкой промышленности. По оценке Минпрома, принятие документа позволит привлечь более миллиарда рублей инвестиций и увеличить объем отгруженной продукции до 17 миллиардов рублей. Не только мы там смотрим на промышленность, там, на нефтянку, на производство, но и легкая промышленность у нас тоже, ну, в зоне внимания. Кстати, некоторые из них, большинство, кстати, члены торгово-промышленной палаты. Мы, как видите, здесь есть предприятия, хоть и легкой промышленности, но с большим миллиардным оборотом. То есть мы за них рады, мы всячески пытаемся им во всем помогать, и в экспортной части, и участие в международных выставках. Комплексный план по развитию легкой промышленности передан на рассмотрение в правительство республики. Заявленными мерами поддержки предприятия смогут воспользоваться уже в марте текущего года.